Есть, да. Неупокоенная душа выходит, идет в клетку. Какой у нас демон? 24. О, вот это интересно. Вот это мне сейчас уже интересно. Хорошо, что ему делать? Ему тоже интересно, что он здесь делает. Ну, давай рассказывай свою печальную историю. Мы здесь находимся по праву. Алла пригласила нас в свое биополе вытащить сущности, такие как ты. Что ты здесь делаешь? У тебя есть контракт на пребывание в этом биополе? Нет, воронка его. Воронка в метро была. Воронка насыщена мыслями и негативом, которые там собираются от разных людей. Угу. Она от этого растет. Воронка. Да. Это мне понятно. То есть у тебя не было никакого желания нападения на Аллу в конкретном этом случае? Она неинтересна ему. Объясни, как тогда воронка могла войти в ее биополе? Сколько у твоей воронки герц? Он показывает, что эта воронка доходит до 50 герц, собирая вот этот весь негатив. Там метро, там, по-моему, до 100 может дойти. Потом он забирает этот негатив у воронки, герцы падают, и она снова крутится и собирает. Хорошую тебя. То есть у нее по-разному, количество герц по-разному бывает. Как она могла избежать эту воронку, если у нее до 50 герц? Твоя воронка на какие энергии идет? Там же должен присутствовать какой-то деструктив, какой-то негатив, какие-то мысли тяжелые. Для того, чтобы воронке было приятно там находиться. Если там ангельские энергии, к примеру, стоят, я не думаю, что воронке будет интересно напитаться ангельской энергией, хотя и такое возможно. Что в этом конкретном случае было? Показывают, что его воронка, это она вообще не предназначена для тонких тел. Эта воронка, как правило, обходит людей, собирает именно мысли и негатив, которые люди отбрасывают. Ну, как-то она притянула эту воронку, или воронка притянулась к ней? Какое-то объяснение должно быть? Он показывает больше, он показывает момент, вот этот, когда воронка... Входила? А, да, по сути, входила она, потому что Алла как точка света была в этом метро. У воронки есть своя осознанность, то есть... Примитивная, но есть. Чтобы там был свет. Примитивная, но есть, да. Это, конечно, эти энергии надо, конечно, защищать, уметь для того, чтобы воронке не было шанса. Хорошо, мне здесь понятно. Сколько ты находишься в этом биополе с этой воронкой? Или воронка находится твоя в этом биополе? Четыре. Чего? Четыре дня или неделя? Да. Четыре дня. Перейдем сейчас к неупокоенной душе, чтобы ее здесь не томить. Неупокоенная душа, представься, как к тебе обращаться? Амира. Амира, как долго ты присутствуешь в биополе Аллы? Несколько часов. То есть ты недавно пришла, понятно, цель твоего визита? Выйти.